Димитровградские эпидемиологи отмечают в этом году повышенную активность клещей. Если сравнить за аналогичным периодом прошлого года, то фактически два раза больше обратились за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. Вот в прошлом году было за этот период 66 пострадавших, а в этом году 105. Более того, по данным исследований, в этом году уже обнаружен первый случай инфицированности насекомого клещевым энцефалитом – болезни, представляющей опасности для человека. Укус клеща произошел в черте города, пострадавший – взрослый мужчина. Клещевой энцефалит – это очень серьезное заболевание, поражает центральную нервную систему. И последствия – порезы, параличи, если не своевременно проводить лечение. Специалисты предупреждают, в случае укуса клеща необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. Насекомое должно быть обязательно исследовано на наличие инфекций, в случае обнаружения которой человеку проведут необходимую профилактику. Татьяна Елисеева, Юлия Пак, «Наше время».